Ой, привет, малыш. Вот я тебе колу купила. Мам, скажи, чтобы она меня так не называла. Колу давай. Ой, какие уже взрослые мультики смотришь. Да блин, тихо вы, видите, я ничего не слышу. Ай-яй-яй, тебе тетя Алиса в гости пришла. Сядь хоть поговори со мной, пока мама вон кушать готовит. Чего вы хотите? Че, наверное, тёлку уже нашел себе? Тетя Алиса, что вы такое говорите? Че, поди цаца такая красивая? Отстаньте, нет у меня никого. Че лыбу-то давишь? Поди, все девки уже из школы за тобой бегают. Тетя Алиса, ну что вы такое говорите-то, блин? Мам, когда ты уже кушать приготовишь? А что, проблемы какие-то по-мужски у тебя? Ты скажи мне, я что помогу тебе. Сынок, с тетей Алисой посиди, я в магазин схожу. Мам, куда ты пошла, блин? Че ты мамкаешь-то? Я еще молодая. Тетя Алиса, я не люблю таких, я люблю... Постарше? Да, ой. Пойдем в спальню, че? А продолжение в телеге «Инфобосс»?